Здравствуйте, болельщики Кайрата. Вечер. Пару часов назад, как говорится, Кайрат сыграл свой очередной матч. Каждый пускай решает сам, удачно, неудачно. В моем понимании, крайне неудачно. И дело даже не столько в том, что была ничья. Дело в том именно, что крайне не понравилась вообще сама игра, то есть то, что говорили в прошлом матче, какие претензии предъявили, вывелось именно в этом матче. Ну, хочется всем сказать, что халява вечно не бывает. Я уже одним так сказал, что вот не может так себя вести, как в прошлом матче, где там Заря забивает гол, вратарь ошибается, все это, конечно, хорошо, но так каждый день и каждую игру быть не может. Все это будем обсуждать, говорить. Дамир, привет. Ну, Привет, скажи, как привет, тебе Шанар. игра? Да, вряд ли я многое скажу. Как бы качество игры, конечно, не очень. По игре и мы, ни они не выглядели предпочтительно, поэтому результат, я думаю, закономерен, справедливый, да? Конечно, я ожидал чуть большего, но говорит на что-то там типа погода не та или, так сказать, поле плохого состояния. Ну, знаешь, обе команды были в одинаковых, как сказать, условиях, да? Вот, поэтому моментов было минимум, особо ничего нечего вспомнить, кроме там удара Жоао Паулу, да, там, когда они сыграли с Сантаной, да, вот, еще что-то, пару полумоментов опасных было, и все. В целом, как бы, вспомнить нечего. И вообще, как бы, игра изобилия, как это правильно сказать, изобилия, в общем, короче, было много таких моментов, много остановок, много мелких нарушений, вот, да, из-за чего судья часто свистел, особенно в первом тайме. Да, если заметил, то есть очень много остановок было, нарушений, это тоже, как говорится, не придавало качеству игры. Вот. Но если так понимать, что и спрашивать, понравилась ли мне эта игра, конечно же, нет. Да, игра вообще ни разу не понравилась, качество не очень. Да, можно говорить, что это весенний футбол, что Кайрат еще не в форме, что там наберет. Вот. Но нужно в весенних частях, да, в первых турах нужно набирать 100%, да, своих моментов. Все-таки Астана и Тобол как-то вырывают победы, да? Не на самых лучших полях, не в самом лучшем, может быть, погодных условиях, да? Вот. И что еще хотел сказать? По игре непонятны были замены. То есть у Кекера он сделал одну замену, кажется, да, за Да, весь одну. матч. И вытащил защитника. То есть я пока не вижу логики, то есть он хотел выиграть или хотел укрепить защиту и удержать счет. В общем, если опять-таки возвращаться интервью Буранбаева, что цель стоит чемпионство, то, ну, мы показали чемпионскую игру сегодня, в Ну да. кавычках, да? Если мы стремимся стать чемпионами, нужно, как говорится, показывать что-то. Сегодня я стремления не увидел в этом чемпионской игре. Но благо, что сейчас будет перерыв, да, и, естественно, перерыв очень большой, очень длинный. Я не знаю, зачем для... Я понимаю, что на кону сборной стоит там выход куда-то, да, то есть пройти один плей-офф, чтобы потом сыграть в финале, да, и чтобы его выиграть и потом попасть в финальную часть. Но вот если они подготовку начнут завтра, то есть еще 2 недели на подготовку, ну, я не знаю. Это, как говорится, для ФВК решать, да, но мне кажется, это много. 10 дней или 7 неделю там хватило бы. Можно было за это время успеть сыграть еще один тур, да, вот, чтобы Вполне, команды да. могли, чтобы могли разогнаться, ну, чтобы 3 тура было.
то слишком рано, и некоторые команды всего одну игру сыграли, через месяц только сыграют. Ну, в принципе, как уже Кекер говорил в своем интервью, да, касательно игр, их мало было. Я с ним в этом плане солидарен. Ну, как-то все. Если конкретно по игре. Ну да, если говорить об игре, честно говоря, многое не скажешь. И голы мы сегодня не будем, наверное, смотреть, как говорится, в связи с тем, Да, и что... моменты смыслов нету, Да, их не наверное, было. смотреть. И полумоментов там было действительно мало. Ну, там хороший момент был у Широбокова. Но, как говорится, человек что в защите, что в нападении, как-то что-то вот у него не так. Ну, даже я вот, честно говоря, не хочу вот ругать наших игроков, в конце концов, не они себя ставят в состав там и все остальное. Правильно ты отметил, я не могу понять, игра, которая, скажем так, которую ты как бы хочешь выиграть, и, наверное, он после матчевой конференции Кетер будет говорить, да, мы хотели выиграть, но ты атаку собираешься усилять? В конце концов, у тебя есть Труфанов, достаточно фактурный нападающий, не очень там, не сильно прям высокий, но достаточно фактурный, 1,83 м. Сними одного опорника, сними одного центрального защитника, выпусти вперед нападающего, выпусти Швырева. Там, скажем так, вместо Ткаченко вполне можно было попробовать выпустить Сейдахмета, который там на правом фланге все равно он более атакующий игрок, чем и Мрынский, и Ткаченко. Хотя я вот за замену Мрынского на Ткаченко вообще не могу понять. Может, конечно, Да, я тоже не понял. успевая, не устает, конечно, я не знаю. Но, по крайней мере, я это не вижу по игре. То есть можно было заменить вполне кого-то другого. Но одна замена, и тебя, получается, все устраивает. То есть ты, получается, играешь на ничью. У меня вот к Текеру такой вопрос. Это раз. Второе. Да, там многие говорят про поле. Хорошо. Поле было далеко не идеально, но извините, у нас что, наше руководство и наш тренерский штаб не знает, что у нас не идеальное поле везде, кроме в Алмате? Да, по-моему, изначально об этом все знают. И, может, надо было поехать не вчера вечером вылететь, а за пару дней и там попробовать на этой поляне потренироваться, как-то попробовать ее освоиться на ней. Это два. Потом, извините меня, в первом туре Ардабасы играл там же. В снег, в дождь, Да, он раскатал 5-0. гораздо хуже, но забил свои 5 голов. Да, там можно говорить, что Шахтер может быть слабее Туран, но, извините, Туран тоже звезд неба не хватает. То есть получается, что кто-то скажет, что Ардабасы там потерял очки в этом туре тоже. Да, потерял, вопросов нет. Но... Они, тем не менее, даже на плохой поляне показывают. И там то, что Ардабасы потерял очки, это, скажем так, больше их несчастья, потому что они действительно больше атаковали. Тур я Астану смотрел в этом туре. Да, они испытывали огромные проблемы с ЖТСУ. Там только на 84-й минуте Ян забил. Но у них моментов было куча. То есть море моментов, которые они просто не забивали почему-то. У нас прям море моментов не видел. Да, во втором тайме Туран подустал. Так, серьезно подустал. Инициатива была у нас, но тем не менее это надо забивать тогда. Хотя бы забивать. Но я прямо вот таких 100% моментов не видел. То есть у меня вопросы, я повторюсь, даже не к игрокам. У меня вопросы к тренеру. Хочется понять, что ты хочешь. Что ты... Какой-то рисунок игры против таких слабых команд, вот, ну, не будем называть слабых, которые, да, больше претендуют, там, скажем так, на нижние места в таблице, но ты должен понимать, то есть, как какую-то игру настроить через фланги. Да, если там получается плохое поле, соответственно, наверное, сложно там играть по низу, там кочки, все это понимаю, передачи не проходят, все остальное, ну, тогда играйте флангами, играйте не просто тупыми забросами от защитников, что там со Сантана зацепится. Да, конечно, смысл есть, но там 50 на 50 зацепится, не зацепится. Но играйте флангами, используйте как-то это. Но этого я не увижу. Тут хоть какой-то рисунок. В стенке играть, это, то есть, все, что увидел, что Пауло бьет, как обычно, с любых позиций, в этот раз не повезло, не забил, удачно не попал. Зария бьет тоже там в этот раз во вратаря. Хорошие удары. Вратарь там не может удержать. Ну все. Больше я ничего не вижу.
Много стандартов, ничего. В этот раз вот, и вот оригинального в стандартах я не видел. В прошлый раз я их похвалил. Ну вот у меня вот к тренеру огромный вопрос. Это, во-первых, Да. и, скажем так, хочется сказать нашему руководству, там, не знаю, в лице коллективного руководства или конкретного человека, что если вы берете на работу людей по личной преданности, тогда не требуйте с этих людей как с профессионалов. Понимаете? Вот, это касается не только футбола, это вообще в жизни. Поэтому ну, у меня вот вопросы вот именно к руководству и к Питеру, что он хочет сделать. То есть я понять не могу. Имел ли смысл с Тураном играть три центральных? Не знаю. Что делать дальше-то? Вопрос-то в этом. Опять все упирается. Вот, у нас получилось. Конечно, хочется на пресс-конференции, чтобы кто-то задал вопрос. Не знаю, там будут задавать запрос, где Гадрани? То У есть него вроде. якобы микротравма была. Ну, Что за вроде бы. микротравма, я не в курсе. В прошлом матче все нормально. Ну, микротравма может быть. Где Касабулат? Вообще непонятно. Второй Вообще матч не. подряд его нету. Да, то есть в заявку вообще не попадает. Швыреву, который один из немногих, который может, вот сколько раз мы в прошлом сезоне говорили, где, что он протягивает мяч вперед, протаскивает, тащит мяч вперед. Он в прошлом матче дал ему 10 минут, по-моему, или около 10 минут. В этом матче вообще не выпустил. То есть Швырев мог теоретически все это сделать. Почему вот он это не делает? У меня к тренеру только вот вопросы сейчас к тренеру. Да, мастерство, мы уже договорились, что мастерство наших академиков, оно не очень хорошее, к сожалению. Что, ну, не знаю, как над ними работают или что. Работают, тренировки не работают. Это говорится, но до тренера. Вот сейчас получилось у нас лишний академик на поле. В прошлом матче их было четверо, сегодня пятеро. И уже как-то еще хуже стало. И прошлый матч был не фонтан, но этот еще хуже стал. То есть как, что Все делать? потому, что гадрани не было, да? Да, потому что не было Гадрани, соответственно, стандарты сильно не работали. Там, ну, тут высоких не было. Мы что-то там упускали. Там тоже, в принципе, по нашим воротам тоже опасный удар был. Устименко отбил. У меня вот меньше всего вопросов за эти два матча у меня Кустименко. Вот мы его ругали в прошлом сезоне, там, из сомнения там высказывали. В этом все. Ну, к Дяде у меня никаких вопросов нет. Что может, тащит, старается, работает без ошибок. То есть, в принципе, заслужил он вызов в сборную. У нас в сборную он и Садыбеков вызваны. Ну, Садыбеков. Ну, наверное, на своем уровне отыграл, поэтому, в принципе, я тоже ничего не могу сказать. Там Адиев заговаривал. Адиев сказал, что у нас с профильными опорниками проблема. Наверное, это действительно так. И, в принципе, оба заслужили сборную. Единственное, у меня вопрос к Адиеву, раз уж об этом зашло, что два матча такие важные, там, неизвестно, как матчи пойдут. Может быть, надо будет отыгрываться. А у нас высоких нападающих нет. И вот игнорирование Артура, который хоть какую-то практику имеет в Израиле, для меня, честно говоря, вот огромный вопрос. Да, когда как Абат играет меньше, вот, зато они хотят взять Умаева и Идриса, Который особо которые не вообще не, играет, да. для меня непонятны. Он и еще кто-то. То есть продолжается эта тема с натурализацией. Там помимо него еще про кого-то упоминали. Ну ладно, это все проблемы сборной. Вот, мы говорим о Кайрате, да. Ну да, у Я нас. даже весь матч не смотрел, то есть я смотрел одним глазом, что-то еще делал, потому что игра была настолько скучная, и комментатор как-то вел скучно, что ли, то мне на 40-й минуте уже спать захотелось, честно. Кайрат хорошо усыпляет на самом деле Да, на это сон. неудивительно, да, учитывая вообще, Да. что матч еще Как хорошо будто не. 23-й год продолжается еще. Да.
не сильно поздно матч начинается, а то бы, если бы он в 9 начинался, то, наверное, тут точно многие бы уснули. Сегодня бы эфир даже не проводили, только, может быть, Завтра, проводили. может быть, да. Да. И Потому что то, да. вопросов много. У меня вопросы Да. к этой казахстанской премьер-лиге, футбольной лиге, как она называется. Ну, Да. слушайте, все понимаю, что у вас там какие-то эти, но назначать матч в 5 или в 2, такие, как сейчас проходят, то это для меня вообще в рабочий день 2 часа, но это нельзя. Вы о чем? Вы для Конечно. кого играете? Для болельщиков или что? Да, и сегодня было тоже, никого не было. Понятно, что Туран не шымкентская команда, а больше туркестанская, но все равно народу было вообще, ну, нисколько, как будто бы в ковид играем, да? Да, почему не в Вот. 7 часов? Почему не в 7 часов? Сейчас скажут, там освещения нет. А если там освещения нет, то вообще как вы этот стадион допустили туда? Да, какого черта вы вообще Ордабасы допустили с таким со стадионом, да, и инфраструктурой? Да. Нет, ты прав, да, вопросов к КФЛу много, на самом деле, непонятно. У меня нет как бы претензий к футболистам, да, они играли как могли, благо не проиграли, да, Ну и других у Дулдашев нас там нету, что-то к старался, сожалению. да. Единственное, я так и не могу понять, у него либо перебор, либо недобор по угловым, он либо перебивает угловые, либо наоборот пытается на ближний навесть, а там не доходит мяч, получается. Ну ладно, это все как бы мелочи, ерунда. Там по ходу сезона можно это все наладить, да. Беспокоит, конечно, что Кайрат еще пару игроков не взял, да, новых. Вот. Ну и вопросы, да. Если про Васина мы знаем, что он давно травмирован, восстанавливается, то по Касабулату я не знаю, куда он делся. То есть я понимаю, что как пришли новые игроки, тот же Сантана, там, да, Зария, то Швырев как бы потерял как бы место в основе, что ли, ему приходится выиграть сзади. Либо Кекер стал ему меньше доверять. Либо наоборот, просто Кекер доверяет ему, но на тренировках, наверное, предпочтительнее Сантана. Ну, конечно, Сантана, извини меня, это бразилец, да, который там все-таки, ну, футбол у таких людей крови, совсем другая культура, другое обращение к футболу, да, как религия. И другое дело там Славка из-за Гордыря, да, там, вот. Так что как-то непонятно по Швырю, но хотелось бы, чтобы он чуть больше играл бы, посмотреть, чему он, не то чтобы научился, а как он вообще провел подготовку к сезону, что он может дать новое, да, клубу. Может быть, у него какая-то игровая схема, ну, как говорится, тактика, схема поменялась, либо он по новой играет в этом году. Касабулат тоже непонятно. Может быть, он действительно просто травмирован. Все-таки он приличное время поиграл в Абу-Даби на этом зимнем турнире и против Локомотива он играл, да, то есть как бы игрок основы. Понятно, что пришел Гадрани, как бы Арат, там, да, в центре поля, там еще Широбоков, вот, он, естественно, Дамир, и плюс Васин, того у нас как бы 5 центральных защитников, не считая там боковых, Ну да, но двое Юлдашева, травмировались, и все. да, И за ними двое никого травмируются, нет. да, вот, так что тоже непонятно, вот, тогда вопросы много к самому чемпионату. Вот. Ну и, как бы, знаешь, еще тоже заметил картину такую, да, что от того, что клубы играют в такое время и не на своих стадионах, ты смотришь, думаешь, блин, вроде бы это КПЛ, да, такое ощущение, что играет чемпионат города, что ли, да, там, среди ветеранов, среди любителей, да, пустые трибуны, время какое-то непонятно, явно не для людей, короче. Смысл говорить. Вот. Да, Вопросы тоже к тренерскому штабу есть, конкретно Кекеру. Я вообще не могу понять, в какой футбол он собирается, в какой футбол он исповедует. Потому что я заметил сегодня, очень много было навесов. Понятно, может быть, они делали много навесов из-за того, что поле не позволяло играть какой-то комбинационный футбол, наверное. Но нужно учесть тем же нашему тренерскому штабу и футболисту, что
В конце этого месяца 31 играет против Шымкента снова. Но на этот раз Ордо-Басы. И смотри, сегодня мы играли против 10, аж 10 легионеров. Да? Сколько у нас? У нас 5 казахстанцев было. У них один был. 10 легионеров. Против Ордо-Басы легионеры будут посильнее. И, возможно, там будут все 11. И я не знаю, что должен кикер придумать. Он должен уже сегодня, сейчас об этом думать, да? Как противостоять чемпиону Казахстана, между прочим. Что придумать? Как выигрывать? Может быть, это снова какие-то стандартные какие-то ухитрения искать, да? Нарабатывать какие-то схемы. Хорошо, если мы ничью вытащим с Ордой. Это будет шикарный результат против чемпиона страны. Так дальше я не знаю. Просто сейчас вот Туран надо было выигрывать все равно. Зубами там цепляться за эти очки. Устименко, да, он как бы хорош, да, эти игры, но он еще не играл против сильных команд, поэтому его еще работы толком и не было. Сейчас он первый раз начнет играть против Орды, против Астаны, против Актобе, и там понесется столько моментов, что Там да, будет будет реальная пахать. проверка. Да. Я согласен, Проверка будет. что Питеру надо вот как-то вот разнообразить игру. Вот у него вот такое впечатление, вот мы обсуждаем, когда нет у него плана Б, что как-то вот надо что-то изменить, он не делает. Что в первом матче против Кызылжара, там первая замена там почти на 80-й минуте была, там, и все, всего три замены. Здесь он еще дальше пошел про замену уже говорить. То есть как-то ты попробуй. У тебя реально среди полузащитников два человека есть, которые двигают мяч вперед. Это Зария и Швырев. Ну попробуй ты их вместе. Я вот уже который эфир говорю. Ну попробуй. Что-нибудь придумай. Попробуй их вместе сделать. Ну Зарю убери Садыбекова, к примеру, там, или Сергеева. Поставь Зарю. Заря неплохо в отборе. Он быстрый этот. Швырева поставить чуть впереди. Или Швырева там отправь на край, куда-нибудь правее, там, или весь Зарю правее. Попробуй там, если ты правильно сказал, если идут там за запросы вверх, у тебя один высокий Сантана. Ну, поставь ты еще Труфанова, у тебя будет два высоких. Ну, что, какие-то хоть варианты будут, ты хоть что-то пробуй, он вот стоит просто и все, и ничего, не знаю, ничего не может сделать и все. Да, проблема в том, что он не все козыри использует. Я понимаю, если бы он бы вытащил бы всех, и Швырева, и Труфанова, и кого там еще у нас там, да, в атаке есть. Ну, всех, кого он мог бы, там, все карты разложил бы, и все равно бы ничего не получилось бы, счет так бы остался бы 0-0, тогда бы, да, мы вопросов не имели бы, да, там старались, он, тренер сделал все возможное, а тут как бы, как будто бы ему этого было достаточно, он на это был согласен, и он как будто бы он не на всю силу играл. Или, то есть, опять-таки, не всех игроков вытащил ради победы. Опять-таки, то, что мы говорили в начале эфира, нету того стремления к чемпионству. То есть, одно дело сказать слова там, да, что наша цель – это чемпионство, другое дело – это само дело, пока они, ну, не идут вместе, скажем так. Вот именно, в том-то и дело. Даже если бы мы, вот, он выпустил бы всех, Швырева, Труфанова, мы бы пошли вперед, даже пропустили бы на контратаке, я бы им это простил. Потому что люди пытались победить, вот хотели победить и пытались победить. Вот такие матчи я бы простил. Ну да, бывает контратак. Пытались, старались, но пропустили контратаку. Ну бывает такое, с кем не бывает. Такое бывает, да, это футбол, По да. крайней мере, вы, ребята, пробовали и старались. Небольшая разница, вы 2 очка потеряли или 3, но если бы вы старались, там страсть в игре была бы, ну, болельщики вам это простили. Мы не за победы прям хвалим, за поражение ругаем, не просто за это, просто за игру. И я вот пока вот матч закончился и в эфир мы не вышли, я почитал комментарии везде, в Инстаграме, ВКонтакте, и так я вижу, народ уже серьезно просыпается. Уже вопросы возникают, задают, Петер, что ты делаешь? Вот реально, что А ты делаешь? этого не вышло его пресс-пресуха Да, судя еще? по всему.
Пока еще, наверное, нет. Сейчас попробую глянуть. Наверное, нет еще. Учитывая, как Да. после первого матча она вышла, там, когда уже все этот... Ну да, через полгода. Через полгода уже и что толку от того, что это? Ну, поговорил он, да, он, КФЛ там этот, нет, он правильно прокритиковал про то, что там 14 команд не смогли набрать, матчей мало, все это понятно, все правильно. Ну, это все в такой ситуации, все в такой ситуации. Ты за свою команду ответь, объясни, почему у Да. тебя так или не так. А то там они с Алиевым устроили перепалку. Алиев там тоже, конечно, палку перегнул, что он Кайрат запер во втором тайме. Ну, с чего бы? Ну, да, шансы были, согласен. Все могло быть. Ну, прям что запер, это, конечно, его фантазия. Ну, Тетеру тоже надо. Да. Как говорится, с Тураном нам еще играть. Вот одна из новостей, что прошла жеребьевка Кубка Казахстана. В 1/8 играем мы с Тураном, но только у себя дома. И тут уже, наверное, на поле нельзя будет там свалить. Ну, а если вот так же выйдут, как правильно говорить, 10 легионеров, и непонятно, сможем ли мы опять еще что-то подтянуть, не сможем. Да. Поподтянем, не Проблема в подтянем. том, что да, убрали лимит. Придут легионеры. Окей, мы сейчас говорим, что будут приезжать слабые легионеры, шлак, это все распил там, да, между агентом, да, и руководством, Акимом, кто-то кому-то процент слил, бла-бла-бла, вот эти все закулисные игры. Но остается факт в том, что вот есть легионеры, все, тут 11 легионеров выпустят. Какой план у Кекера противостоять 11 легионерам? Да, понятно, что не все будут играть 11 легионерам, тот же ЖТСУ, тот же Шахтер, может быть, да, но и эти команды могут упереться, да, и не дать нам выиграть, отобрать могут очки. А что делать против других команд, которые ставят высокие задачи, которые тоже поставят сильных легионеров? Я не знаю, как мы будем играть против команд, таких как там Елимай. Елимай примерно по уровню, наверное, как Кызылжар будет, да, там упрется сильный. Да. Там еще Тобол, если мы Тобол Атрау забыли, даже. да. Смотри, Атрау Да. спокойно против Ардебасы смог выстоять. Да, Да, я проиграл. думал, Да, Атрау только у нас очки забирает, так кажется, и у чемпионата они... Казахстана может забрать. То есть, это очень неудобная команда такая, вот, очень особо не дающая играть и это, но сама реализовывает моменты. Вопросов нет. То есть я говорю, этот чемпионат будет не такой простой. И даже вот четвертое место вот с нынешним составом без вот усиления будет очень проблемно завоевать. Не Да. надо говорить, что мы в прошлом году про это говорили. Да, в прошлом году говорили. Но в прошлом году нас спас вот этот спурт, который из 4 матчей с лидерами. Я уверен, что в этом году они нам такого шанса могут и не дать. Да. Они помнят прошлый год. И Конечно. постараются учесть все ошибки. И то, что Да. вот не получается у нас в атаке, это еще один из вариантов, что они видят, они уже посмотрели по предсезонке, кто там ведет, что и Заря стараются за Зарю без мяча оставить, атакуют его, Да, плотно с да, ним да. играют. Так, Поэтому говорю, был бы Заря и Швырев, двоих держать-то гораздо сложнее. В том-то конечно. и весь разговор. Я тебе должен искать выходы. Что у нас не только против лидеров. Понятно, что против лидера там молодежь Кайратовская, все там они заряжены, они будут играть, то, что будет матч с Актобе, наши на поле лягут, умрут, но постараются победить. Тут не надо никого мотивировать. Но вот такие команды, как Туран, нам надо обыграть. В прошлом сезоне нам это аукнулось. Я говорю, лучше Да, бы мы не мы с смогли выиграть лидером Туран, не проиграли. смогли выиграть Да. Мактарал, не смогли выиграть Мактарал, да. Алькайсара. Да. Лучше бы мы всем лидерам проиграли, но все матчи выиграли. Мы бы железно в тройке или даже в двойке были бы. Вопрос в этом. Играть надо со всеми командами, что в прошлый раз говорили, что 3 очка дается за каждую игру. И Да. учитывая, что там вот эти команды с начала сезона, вполне можно было с ними играть. Вполне. Уж Туран можно было обыграть, там мы все время обсуждали, ну, Туран-то точно, ну, выигрывает там.
Да, 10 легионеров интересно, но должны выиграть, наверное. Вот, к сожалению, ничего такого не происходит. Старая болезнь прошлого сезона, она остается. И что делать с ней? Вопрос. Так и будет вечность, так будет всегда, пока клубы не займутся инфраструктурой, строительством полей, стадионов, баз. Ничего не изменится, все будет то же самое. Вот, так что... У руководства КФЛ что-то говорит, мы хотим картинку, ну, картинки я особо не вижу. Они еще хотят вот эту платформу какую-то, но это я вообще не знаю тогда, где мы футбол будем смотреть. То есть я не могу понять, почему они от Ютуба отказываются. Я говорю, ребята, так и не понял. Ну, почему параллельно по Ютубу будем посмотреть? Вам важно, чтобы болельщики смотрели, наверное, или важно, чтобы не смотрели? Ну, это огромный вопрос, огромные проблемы. Поэтому много-много еще, я думаю, чемпионат, несмотря на это, чемпионат будет интересен. Я думаю, что все очки, конечно, будут терять. Это понятно, что все друг у друга будут отбирать. Да, Видно, единственное что... еще такое. Да, единственное такой момент отмечу. Понятно, что теперь стало 13 команд и вместо... И так мало было игр, 26, и того меньше будет, да, 24. Вот, я склоняюсь к тому, что, наверное, вернуться к старой формуле, да. Про это и говорил Кикер на старой, ну, на первой пресс-конференции, да, там про 10 команд, по 10 качественно, да, которые будут Ну, да. стремиться, да, быть лучше. И первая лига будет сильная. С этим тоже отчасти согласен. Ну, хотя бы, знаешь, можно было бы сделать так. И поставил 14 команд, хорошо. 26 игр все-таки много, ой, мало совсем. Может быть, надо было еще сделать такую пуль, куда там лучшая семерка, вторая семерка, да, там плюс еще 12 игр, и было бы 38 туров. Но только другой вопрос. Как бы мы все 38 туров уместили бы в 8 месяцев? Это другой вопрос. Учитывая, что с этого года еще и Кубок Лиги они добавили. Но я не знаю, там, сколько ты там игр сыграешь. Если только не вылетишь в первом же раунде, да? Вот. Кому оно нужно? Так, за сезон, если клубы играли бы по 40-45, а то и 50 матчей, да, как в Англии, то, наверное, как говорится, качество было бы лучше. Это было бы Футбол был лучше, лучше. конечно. У нас с климатом, конечно, проблема. Но мы уже давно уже предлагали каких-то этих, наверное, там 4 круга не надо, или можно сделать даже 10 команд, сделать 2 круга каких-то. Ну, пускай там получается 18 матчей сыграют. Потом оставить 8, 2 вылетели уже, все. И 8 сделать 1/4 финала, сделать плей-офф реально. Плей-офф всегда интересно. Я знаю, что-то в Да. чемпионате Голландии он использовался. Плей-офф всегда интересно. Там сделать до 3 побед, и пускай играют. Там матч вот так можно все набрать. Да, как в НХЛ, НБА делают же до 4 побед, до Да. 3 побед. Типа такого. Сделайте до 3 побед, там 8 сыграет, останется 4. В полуфинале вот эти четверка фактически, скорее всего, она там уже разыгрывает кубковые места, потому что кто третье займет, и там кубок, а может быть, и это. Но это всегда будет интересно. Плей-офф, там это матчи с выездами. Это намного интереснее. Там Астана, там, это, Актобе, там, Ардабасы могут в первом же раунде вылететь. Будет новый чемпион. Ну, хорошо. По крайней мере, что-то Да. интересное будет. То Да. есть это будет накал встречи совсем другой встреч. И как раз вот в таких накалах, в таких матчах мастерство и будет расти. Там, когда там до последней секунды будет биться, это всегда будет хорошо. Вот об этом-то надо задуматься. Вот тогда чемпионат будет интересный. Потому что чемпионат может быть интересный там по разным причинам. Там, возьмем чемпионат Германии. Уровнем выше казахстанского, да в 10 раз, это понятно. Но последние Конечно. вот чемпионаты в Германии, он был просто неинтересный, потому что Бавария всех уделывала. Несмотря на уровень, он просто был неинтересный. Ну, что смотреть, если Бавария там всех уделает и все. А здесь, когда пускай будет уровень, нет, но будет интерес, и тогда у вас будет, господа с КФЛ, у вас тогда будет и реклама пойдет, и все остальное. Ну, надо еще законы, конечно, подтянуть, что
уже много раз говорили. Если вы хотите, чтобы клубы как-то зарабатывали, как-то выходили на хоть какую-то сумму покупать, дайте им зарабатывать, разрешите продажу пива на стадион. Ничего в этом Да. страшного нету. Там, конечно, будут пара идиотов, которые упьются, ну ладно, ничего, один раз их там посадят на 15 суток, и охоту сразу это отобьет. Да. Вопрос. Но опять-таки это, я не знаю, почему вот в советское время можно было там, да, пить. Да даже вот я смотрю старые картинки, да, там старые фотографии из 2007, 2008, 2006 годов. Люди спокойно пили пиво на стадионе. Тогда разрешалось. Да, это не было Там, проблемой. я думаю, что люди литрами будут выпивать. Ну, с чего бы? Ну, Ну выпьем да. пару бокалов там вот этих пластмассовых. Ничего страшного не будет. Для настроения. Конечно. Почему нет? Ничего в этом нет. Зато клубы как-то будут зарабатывать. Хоть как-то что-то. То, что мы не можем Твенте как зарабатывать. заработал? На Да. пиве больше, чем на трансферы заработал. Да. Потому что мы не можем Голландцы. зарабатывать на ценах на билеты, потому что у нас и так, ну, куда уже. У Кайрата, например, самые дорогие билеты, наверное, в Казахстане. Там, Да. А среди все потому, всех. что стадион не свой, да, как бы на балансе города. Может быть, и мог бы Кайрат что-то подобное делать, да, но опять-таки, видишь, из-за того, что стадион Акиматовский, а значит, законы там, но Акиматовский. А если бы частник был бы, ну, в смысле, свой стадион, да, то, конечно, хозяин барин сказал бы, пошли все вон, пусть люди пьют пиво, да, например, Не, ну, ну или это что-то еще вот и в этом роде. у нас законы запрещают и пить, и курить, там Да. это, все это, Да. все это понятно. Ничего нельзя, ни вейпы нельзя, ни сигареты нельзя, ругаться нельзя, Я бы там сделал материться нельзя, какой-нибудь стоять сектор для нельзя. курящих. Ну Да. почему нет? Пускай там электронные Конечно. сигареты свои курят, там, где-нибудь сделал на вираже, на углу. Хочешь курить? Смотри футбол там из угла. Ну, пожалуйста, Да. пускай все курящие будут. Ничего страшного нет. У нас Да. там не пожароопасно этот. У нас не деревянный стадион, скажем так, чтобы из-за него как-то беспокоить. Тем более сейчас все на электронные перешли, это еще это. Ну, у нас Да. потихоньку время заканчивается. В принципе, много мы тем подняли, много кого покритиковали. Поэтому, ну, в конце просто затрону до сборной, мы уж точно в эфир выходить не буду. Затрону про сборную Да. просто. В качестве прогноза я не верю, учитывая подход Адиева при всех его заслугах, но вижу его, как он то ли вот корону надел, то ли что, я не верю в проход нашей сборной, сразу говорю. Я даже больше того скажу, я не верю в проход, что мы Грецию пройдем, не верю, потому что подход какой-то у него стал немного однобокий, там этот, он считает, что ему дан полный карт-бланш, поэтому вот не верю, ну и все, как говорится. Посмотрим. 21-го проверим, конечно, и Да. будет видно. Проверим. Ну и в самом конце, в преддверии, что у нас 7 марта, хочется с наступающим 8 марта поздравить всех болельщиц Кайрата, вообще Да. болельщиц футбола. Хочется, чтобы вы ходили на футбол. Девушки, женщины, вы всегда будете украшать со стадиона. Чем больше будет вас на стадионе, если вы еще будете в футболе разбираться, ну, это будет просто, говорится, Да. большой праздник. Поэтому ходите на стадион. Глядишь, если красивые девушки, женщины будут ходить на стадион, и мужики будут больше ходить. Если... Да, может быть. Будем надеяться. Ну, давайте где-то до Да. 31 марта мы с вами прощаемся. Может быть, после сборной выйдем, но только выйдем, наверное, если только случится какое-то чудо. И можно Да, будет точно. валить. Да, а Да, так. приходите на стадион. Болейте за Кайрат. Да. Да. Это наша Победим. любимая команда. Вне зависимости от результата, качества игры и так далее. Наша задача поддерживать клуб при любых обстоятельствах. Да. Вот. Надеюсь, все будет к лучшему. Да. Все будет хорошо. Давайте, да. Удачи, Все. спасибо за Спасибо. верх. Спасибо. Удачи. Пока всем.